Привет-привет! Вот мы наконец добрались до северного склона. Зимой это место превращается в спуск на лыжах, ватрушках, а летом это место превращается в зону отдыха у озера. Недалеко от этого склона находится гостиница, где можно снять номера и домики, которые также сдаются. Здесь есть чебуреки продают, и находится недалеко ресторан с совами. Это место еще известно тем, что здесь есть небольшой мини-зоопарк, который можно посетить с 9 утра до 9 вечера. Вот так выглядит гостиница. В ней же находится ресторан «Северный склон». Терраса. Вот такой мотельчик. Ну, здесь вот находится музей сов и ресторан. Желающие могут посетить. Вот такой вот эпический вход в этот ресторанчик и музей сов. Есть детская площадка с качелями. Такой интересный мангал в виде паровоза. Вот здесь сам музей. Здесь очень много разных видов сов. Маленьких, больших. Здесь маленькая малышка спряталась или греется на солнышке. Такая вот красота наблюдает. Ой, ты какая прелесть! Красивые, большие. Он за кем-то наблюдает. Еще маленькая. Наверху на ее очень плохо видно. Свечи. Вот такие домики можно снять для отдыха на сутки и более. Вот такой вот спуск для электрических байков. Называется Lucky Drive. С разными видами трамплинов. Даже машину задействовали как трамплин. Вот такая вот зона. В зимнее время вот этот участок, он используется для катания на коньках. Такой вот каток, где можно взять на прокат коньки и покататься. А летом это превращается в вот такой вот спуск на электробайках. А здесь мини-зоопарк. Такие вот животные, медвежонок. Его домик. Там, видимо, вода должна быть, бассейн. Такое вот чудо красивое. Какой-то он суетливый сегодня. Там вот мини-бассейн такой для медведя. Такой вот бурый медведь.
Ой, ты красавец! Люда, смотри, смотри, что он творит. Ух ты, прелесть. Смотри, что он творит. Не, он этот самый делает, как он? Жопин. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Вот здесь обитает ворон. Ворон спустился покушать. Это домик кролика, такого вот красавца, который спрятался и носиком своим посапывает. Или это он принюхивается? Он, кстати, перестал. Да нет, двигает носиком, принюхивается, наверное. Такая чудо-птица. У нее прям двойной домик. Вот она как раз-таки перемещается из одного в другой. Что это за чудо-птица такая? Вот такая вот красавица. У нее несколько домиков.
Воробушек прилетел подкрепиться. Возможно, еще не всех животных и птиц выявили. Может быть, где-то у них есть, где зимуют эти птицы, какое-то помещение. Но раньше было побольше и птиц, и животных. Ну, с волками, понятно, они на своем месте находятся. Но вот с птицами как-то их мало. Не сравнить, что было 5 лет назад. Вот здесь летом обитает красноухая черепаха. Ну, видимо, ее сейчас убрали. И отсутствует водоемчик для нее. Сегодня самый спокойный – это волк. Он забился в свое логово и не выходит, отдыхает. Вот он лежит, красавец. Раньше здесь было 2 волка. По-моему, волк и волчица. Сейчас пока я одного вижу. Так, это он нежится, высунув мордочку свою на солнышко. Вольер у них большой. Несколько лет назад здесь еще был такой вольер для козочек, овц, кролики, по-моему. Их очень много было, кроликов. Ну, сейчас как-то очень мало. Еще помню, был павлин. Но павлина я тоже не заметила. Такая детская площадка для малышей. Ну и рядом находится кафе. Сейчас сотрудник пришел, готовит место для черепах. Очищает, где его скоро запустят. Буду и будут там черепахи. Ближе к вечеру уже запустили черепашек. Судя по следам, вот в этом вольере были голуби. Но сейчас их нет. Для детей есть веревочный парк. Веревочный парк. Для детей здесь 2 трассы. Трасса Kids и трасса Junior. Техника безопасности. Здесь 2 трассы. Трасса Kids – это вот это, где маленькие дети проходят. А Junior, он включает вот такие вот спуски. Посмотрите, какое чудо. Я тут нашла поляну подснежников. Их тут очень-очень много.
не страшно? Конечно. Эти домики тоже сдаются посуточно. Еще лежит снег. Вот здесь уже я первый раз, а здесь я еще не был. Здесь дорога к озеру. Вот такие беседки можно снять вместе с мангалом. Вот такая вот красота. Здесь можно покататься на катамаранах. Очень оригинальное название. Мостик-невротик. Такие вот указатели, в каком направлении что располагается. Плавучие домики, это, видимо, вот те домики, их, скорее всего, можно снять. Здесь же можно в бане попариться. А вот сделан домик для уточек. Тоже домики остаются. Такая детская площадка для малышей. А это я даже не знаю. Это, оказывается, платный туалет. У него такой кодовый замок. Стоит 100 рублей. Вот такую чудесную скамеечку нашли с надписью «Жить ярко, летать и улыбаться».
силуэта на берегу озера. Сейчас заметила, что здесь, оказывается, проходят первенства и чемпионаты по вейкбордингу. Здесь вот вейк-станция. Эти трамплины, скорее всего, для вейкбординга. Нашли вот такую чудо-лодку первой необходимости. Здесь находится зарядное устройство, уже подключенное в сеть, к электричеству. И вот такие вот пепельницы. Очень даже неплохо. Док-пакеты есть. Точнее, есть коробочка для этих пакетов. Пакетов нет. Ну, очень интересно. Необычно. А это противопожарные меры для безопасности. Такие вот лопаты, топор и пожарный ящик. Там, видимо, песок, наверное. Мангал. Вот так вот необычно.